Всем огромный привет, меня зовут Хельга, добро пожаловать в мое новое видео, посвящено оно подготовке ко дню рождения моего сына, так что если у вас на носу детский день рождения, оставайтесь со мной, будет интересно. Ну а прежде чем начать, хочу извиниться за свой голос, я немножко приболела, не обращайте внимания и всем приятного просмотра. Начать хочу с шоколадного декора для капкейков. Решила в этом году не печь торт и сделать симпатичные и вкусные капкейки. Практика показала, что именно этот десерт больше всего нравится детям, чем всем привычный торт. Буду темперировать шоколад методом посева. Для этого я взяла 80 грамм шоколада, поломала его на дольки, отсыпала в отдельную миску 25% шоколада, и теперь большую часть нужно растопить в микроволновке импульсами по 20-30 секунд, каждый раз доставая и перемешивая. Добиваюсь рабочей температуры, для темного шоколада это 50-58 градусов. Далее добавляю остальной шоколад и быстро перемешиваю до полного растворения. Таким образом я резко понижаю температуру и придаю шоколаду рабочую температуру в 30-31 градус. Когда мой шоколад готов, я его разливаю по формам. Далее покажу, как легко и оригинально можно упаковать подарок. В этом году решили сыну подарить телефон, так как его уже довольно старенький, дважды в нем меняли батарею. И когда стал вопрос, какой же подарок дарить, мы с мужем решили, что это будет именно телефон. Так как мы живем за городом и отправляясь в школу, ребенок должен быть на связи. Так что в первую очередь считаю это необходимостью, но ни в коем случае не очередная дорогая игрушка, как покажется на первый взгляд. Далее будем делать маршмеллоу в шоколаде на палочке. Отличный вариант для кэнди-бара. Готовлю их каждый год на день рождения, и это самое любимое лакомство, так как оно исчезает первым со стола. Для этого нам понадобится, собственно, сами маршмеллоу, шоколад, палочки, у меня от суши и различные посыпки. Насаживаем зефир на палочки, и все тем же способом посева я подготовила шоколад. Окунаем маршмеллоу в шоколад и украшаем посыпками.
Life is a winding road, no telling where it goes. Driving through days and nights, won't stop for traffic lights. And I will keep on searching for my highs. You can say I lost my mind. I will keep on holding my head high, even if the sky is falling down. Следующее, чем займусь, это украшением капкейков. Взяла вот такие две упаковки готовых маффинов. Решила себе упростить немного задачу. Если времени катастрофически не хватает, можно воспользоваться вот таким вот лайфхаком. Украшать буду белково-заварным кремом, который сделала сама, и различными бусинками с добавлением шоколадного декора, который делала в начале этого видео. Jumping from cliffs so high, trusting our wings to fly. Sometimes we're crashing down, but we get up and start from the ground. I will keep on searching for my highs. You can say I lost my mind. I will keep on holding my head high, even if the sky is falling down. Подавать капкейки буду вот на такой резной этажерке. Покупала я ее уже достаточно давно, около 3 лет назад, в интернет-магазине Simoland. Кому интересно, пишите в комментариях, ссылочку оставлю. Сделана она из фанеры, но несмотря на это, со временем, как видите, с ней ничего не произошло, и выглядит она хорошо. Even if the sky is falling down, even if the sky is falling down, yeah. The sky is falling down. К приходу гостей нужно украсить еще и гостиную. Для этого в Fix Price я взяла вот такую вот растяжку в голубом цвете. Стоила она 170 рублей. В комплекте входит, значит, 13 шаров, трубочка и лента, на которую вешаются сами буковки. Ну и вот такое видео небольшое у меня вышло. Конечно, за кадром осталось многое. Физически просто не смогла отснять, так как готовить и снимать это, конечно, тот еще квест. Но, несмотря на это, жду вас в комментариях. А сына поздравляю еще раз с днем рождения. Надеюсь, когда он вырастет, посмотрит это видео и с теплотой в душе вспомнит этот день. И с вами была Хельга. Всем пока-пока.